Хейден! Хейден! Что произошло? Они тебя бросили. Я добавил энферон в вакцину, но думаю, уже все чисто. Ты меня отравил? Я пытался тебя предупредить. Лекарства не существует. А ты в таком состоянии, что Аде не стал бы возражать. Пришлось отравить вакцину, иначе ты стал бы такой же, как Мезнер. Он получал те же инъекции и ту же инфекцию. Да, два сапога пара. Нет, ты не такой. Ты изменился. Ты не такой. Оно рядом. Что? Кто это? Бронированная тварь Мезнера? Пусть идет. Я с ним не справлюсь. Справишься. Я следил за этим местом. Помнишь костюм? Кажется, он его здесь нашел. Мы в Возра. Он открывает клетки. Я о них позабочусь. Где костюм? В подвале. Но он охраняется автоматическими системами. Мне придется открыть шлюзы от поста охраны. Ясно. Подожди здесь, пока я их отвлеку. Ну какой поворот. Привет, друзья. Меня зовут Алекс, и мы продолжаем бродить в игре Dark Sector. Глава 8. Неестественная история. Да, естественно, она неестественная. Естественно, неестественная история. Что? Уже пришли, что ли? Чё-то быстро вы пришли, ребята. Блять, уже здесь соплями своими брызжет. А я нифига не вижу. Первый пошел. Блин, лишний патрон потратил. Теперь он в какой-то клинике уже. Да дурак, спрячься, забьют же, ёпты мопты. Блять, в угол зажали, да? Я ничего не вижу. Да выйди ты отсюда. Слава яйцам. Эти рукопашники, они, блин, ублюдские такие. Боже мой. Я думал, они меня зажали там и все, и убьют, пипец. Что тебе от меня надо? Сдрисни отсюда. Бляха-муха, ничего не видно. Вот что происходит, когда забываешь закрыть окно. Солнце светит прямо на дисплей. Прям на экран. И ты ни черта не видишь, особенно в темноте. Эти ублюдки меня врасплох застали. Я даже не успел сообразить. Все патроны просрал. А, и вероятно их просрал из-за того, что опять Мезнер приходил. Но я думаю, мы сейчас все наверстаем. По-быстренькому. Да? Я думаю, что да. Да и полагаю, что и вы не сомневаетесь, что мы все наверстаем-то. Чуть такое дело. Что здесь?
Вообще криповая такая обстановка. Когда мы начали работы по реконструкции, мне показалось, что Роберт Метцнер – настоящий дьявол. Что его больше интересует разработка оружия, чем гниющий бетон, сдерживающий ад внутри хранилища. Но я ошибался. Он восстановил оборону, а теперь роет. Говорит, что хочет выяснить, из-за чего и как все произошло. Поэтому мне это и не нравится. Сегодня пришел телеграф с одним словом – резец. Они меня активируют, чтобы убрать человека, которого я начал уважать. Когда мы начали работы по реконструкции, мне показалось, что Роберт Метцнер – настоящий дьявол. Что его больше интересует разработка оружия, чем гниющий бетон, сдерживающий ад внутри хранилища. Но я ошибался. Он восстановил оборону, а теперь роет. Говорит, ага, что хочет выяснить, все, из-за чего и как все произошло. Поэтому мне это и не нравится. Сегодня пришел телеграф с одним словом – резец. Они меня активируют, чтобы убрать человека, которого я начал уважать. Они его активировали? А ты это кто, дружище? Метцнер отпадает. Я? Вряд ли. Но сейчас хоть видно в темноте. Сейчас хоть в темноте видно стало. Бляха-муха. Резец. Кого-то активировали. Это вот этот Никс, что ли? Что бронированная вот эта вот тварь, которая ходит. Как ее главный герой наш назвал. Бронированная тварь. Метцнера. На самом деле, видите, не Метцнер это вовсе. Это Метцнер. Ну, для переводчиков, в принципе, по барабану. Метцнер или Метцнер. Ну, Метцнер он более... более такой российско-еврейский персонаж. Это нормально. Он таким и должен быть. Забирай. Меткость снижает отдачу. Хорошо. Куда столько этих модов, я вообще понять не могу. Наверное, на продажу. Для чего еще-то? Все, поперли. Это ж какая-то лечебница вообще. Или тюрьма, или лечебница. Но судя по многоэтажности, это, наверное, тюрьма. Хотя нет, там трава вроде. Там же трава? По-моему, трава. Чем-то отдаленно напоминает лечебницу из Mass Effect 2, где мы Джека освобождаем. Там, где эксперименты над детьми были. Блять, ну что ты делаешь, а? Дай мне убежать. Они меня специально врасплох застали. Успел. Успел. Как тебе в головешку в твою... тупую железную, блин. Ужас какой-то, а? Это уже превращается из... из игры, из обычной. Из Dark Sector. Хотя, почему Dark Sector игра обычная? Вполне необычная. Превращается в какой-то резидент... в Resident Evil. Кто нахрен здесь гремит? Молчать, я сказал. Я здесь еще не закончил. Скажи мне что-нибудь, блин, патрон потратил. Опа, кто-то там долбится. Нет никого дома, слышь? Маша не выйдет. Она сегодня занята. Рикошетит в нужную мне сторону почему-то. Не попал без прицеливания. А это плохо. Каждый патрон на счету.
Попали? Попали. И главное, они не стреляют, в них отражать нечего. Вот что самое паршивое. Никто тут мыло не забыл. Может быть, мы сможем приманить на лежащее на полу мыло в душевой этих монстров, а потом их быстренько нагнем. Бляха-муха, ну что ж ты так... Что ж ты ко мне лезешь-то, а? Не нравишься ты мне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот этот телевизор сейчас заговорит. Говори со мной. Не хочет. Я думал, он с нами заговорит. Вот в этих во всех лабораториях всегда интересные вещи происходят. Самое интересное. Я вот эти лаборатории в Fallout'е любил исследовать. Да вообще во всех играх. Там самое интересное всегда. Сколько тебе набрасывать-то надо, а? Давай в рукопашку драться будем, коль ты так хочешь, а? Здесь вот дробовик был бы... Ух, как кстати. Ага, это дверка, которую мы там обошли. В душевых. Теперь стреляющиеся пошли. Опять меньше сотни патронов. Ну, если учитывать... Ой, это морг вообще уже какой-то. Я хотел сказать камеры хранения. Камеры хранения, чего? Тел. Главное, чтобы эти все дверки разом не открылись, и оттуда не побежала толпа монстров. Это же будет... Катастрофа. Опачки, теперь есть патроны. Так. Так. Может, здесь с нами телевизор заговорит? Вот этот вот. Да тоже не хочет говорить, а? Хороший, кстати, монитор светит. Мощно, лампа не нужна. А про Сому, кстати, я даже вообще не упоминаю. Там вообще отдельный разговор эти лаборатории. Там вообще вся игра... Сплошная лаборатория. Обратите внимание, здесь уже людей вообще нет. Людей не осталось. Я использовал набор, который они прислали. Боже, зачем я это сделал? Не могу об этом думать. Зачем ЦРУ инфицировать своего человека? Что самое страшное, он даже не заболел. Он уже должен был стать психом и свалиться, но со стороны не похоже. А когда он смотрит на меня, кажется, что он знает, что я сделал. Это же про нас рассказывает хер этот, что типа нас заразили в ЦРУ же и отправили сюда же умирать, чтобы потом сравнять с землей, наверное, всю базу вместе с Мезнером, с нашим главным героем, с Хайденом Тенно. Вот поэтому он и сходит с ума, ему говорят, ты сумасшедший. Мимо, да? Все, помирай. Помирай, помирай, помирай. Во. Там их много, судя по звуку. А это лаборатория, кстати.
Запертая электродверь. Там автоматические системы безопасности шпарят. Вообще. Мразь. Ты сюда не прыгай мне. Этот пулемет на самом деле больше ловушка, мне кажется, нежели помощь. Единственный у него плюс то, что он с бесконечными патронами. Ну-ка. Может, столько патронов мы не найдем на наш пистолет чудный. Электрическая шваль появилась уже. Как много. Как много электрических-то. А пушка-то не опускается. Кстати, друг мой, ты почаще стреляй в меня. Не нравится, когда ты в меня стреляешь. Тебя хотя бы вижу. Там этого говнометателя красного мы не можем поймать никак. Все, ты, скотина, сдохла. Ну что, с инферончиком-то вкусно. Гнида. Ух ты, красиво ты лег, дружочек. Ты где, электрическая хрень? Прогони сюда, что ли. Что ж тут творится-то, а? Откуда у вас столько? Эта мразь помирать не хочет. Смотри, этот сдох. Вот она, господи, как я тебя просмотрел. Еще одна где-то булькает.
Еще одна где-то булькает. Эй! Где ты там вопишь? Да ладно, уже не страшно. Ну-ка, покажись. Покажись, говорю. Правильно сделала, что ушла подальше. Ты где? Ты где? Ага. Ну и что ты против пулемета-то можешь сделать? Причем против бесконечного. Ну да. Без Инферона ничего не скажешь. Если бы он еще с Инфероном был, ну уж извиняйте. Инфор-И. Инфор-И, инфор-А. Кто здесь нахрен еще тут крякает? Я ж тут вас всех уложил. Помирай! Как в Аркс Фаталис говорят гоблины. Надеюсь, этот урод из Гарварда счастлив. Его игра очень скоро выйдет ему боком. Он создал чудовище, а я ему в этом помог. Метцнер пропал. А в лаборатории все вверх дном. Смотрю на фотографии 87-го года, где яма и горящие руки. И думаю, это снова случится. На этот раз по моей вине. Я всегда был трусом. Офигеть. Горящие руки. Блин, тут тоже даже не договаривают, тут тоже не до конца договаривают многие моменты, причем так в разнобой, в разноброд все это получается у них, и поэтому увеличенный магазин. Ну, блин, увеличенные магазины пора уж продавать, их уже избыток. Что здесь улеглась-то, слышь? На тебе. Пинка. Куда не пойму. Точно не по жопе. Вроде и не по башке. Нам надо найти где-то электричество сейчас с вами. Ага. Это мы поднялись сюда. Чтобы открыть дверь электрическую, нам нужно найти электричество. Где в лаборатории можно найти электричество? Вот здесь. Да? Нет? Да, нет. И ведь да. Мощно. Открывайся, дверь. Твою мать. Это же автоматический пулемет был. Мы на него чуть не попались. Неужели этот костюм спецом готовили для... для Хайдена. Ой. А газы-то против кого действуют? Обычные изменения занимают меньше часа. На Метцнер подцепил инфекцию несколько дней назад. Анализ крови выявил аномальное количество антител, особенно к данной инфекции. Это можно объяснить лишь тем, что он оказался привит целенаправленно от этой болезни.
Я сказал ему об этом, а он сразу затих. Странно себя вел. Повторял, что знает, кто на самом деле чудовище. Даже если он был привит, он все равно изменяется. Мне удалось немного разобраться в странной реакции Метцнера на болезнь. Обычные изменения занимают меньше часа, но Метцнер подцепил инфекцию несколько дней назад. Анализ крови выявил аномальное количество антител, особенно к данной инфекции. Это можно объяснить лишь тем, что он оказался привит целенаправленно от этой болезни. Я сказал ему об этом, а он сразу затих. Странно себя. У нас же тоже прививка была. Он знает, кто на самом деле чудовище. Даже если он был привит, он все равно изменяется. Мне удалось немного разобраться в странной реакции Метцнера. Успел я все-таки среагировать. Да подохни ты, мразь, Миза. Может, он повторяет Метцнер? Гнида, а, такая. И нам тоже, кстати, прививку делали. И, видимо, тому вот, кто вот в костюме Никс, тоже прививку, видимо, делали. От этой инфекции. Причем конкретно против этой инфекции. И получается, что готовили изначально заразиться этой хренью. Пушки эти, естественно, неубиваемые. Надо просто найти дверь заранее. Турельки, убивайте их. Бляха-муха. Почему им ни башку не режет, ничего? Блин, ну что ты, мразь, делать-то будешь, а? На, получай. Получай, гнида, не встанешь ты. Не будешь ты больше жить под этим солнцем бетонным. Просто пипец вообще. Жесточайший наш герой. Я попросил новый анализ крови, но он стал мне угрожать. Его сопротивление болезни может стать ключом к открытию лекарства. По его реакции можно подумать, что он не хочет исцеления. О. Я ему не доверяю. Вот здесь телевизор, наверное, стоит, да? Мужик, рассказывай. Метцнер, короче, сам отказался от лечения. Так, это медленный лазер. Так, это что у нас? Ой, я прям под лазер встал. Ага. Следующий. Здесь, короче... А, камера сработала. Я и забыл про невидимость-то, друзья. Вообще запамятовал.
Ну что ты мне сделаешь? Ты сейчас сдохнешь уже. Вот мразь-то, а? Успела нас покоцать. Ух. Лаборатория. Ну скотина, ну скотина. Огневая мощь. Хорошо, спасибо. Что тут еще есть? Я, короче, много патронов потратил в никуда. Конечно. Молодчинка. Помогла себя убить хоть. Да где ты? Главное, чтоб не сзади. А теперь уже не страшно. Патронов все меньше. Ну, все? Или не все? Все или не все? Вроде все. Да. Она все. А дальше еще интересней. А дальше мы пойдем в следующей серии, друзья. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и вступать в паблик ВКонтакте, писать комментарии, ставить лайки. И мы с вами обязательно увидимся в продолжении игры Dark Sector. Всем удачи и до встречи.